просто мы их обожаем. И я объявляю, народная артистка России Наталья Владимировна Варлей. Александр Александрович Петков, советский и российский актер театра и кино, народный артист России, Наталья Варлей. Александр Петков, добрый вечер, с праздником, друзья! Кстати, они ведь не первый раз идут по нашей звездной дорожке нашего кинофестиваля. Давайте поприветствуем их и поблагодарим за любовь к нашему городу. Владивосток – самый яркий, своеобразный город на Дальнем Востоке, а для жителей азиатских стран – ближайший представитель европейской культуры и образа жизни. Но, конечно же, мы всегда особенно встречаем наших артистов. Здесь, на звездной дорожке, артистов, заслуженная артистка России Марина Александровна Яковлева. Приветствую также советскую и российскую актрису театра кино, заслуженную артистку России Людмила Низкая. Встречаем режиссера Пивари Бурба Мега и режиссера Исмаила Фасбета. Добрый вечер. Добрый вечер.